собственную школу, собственный путь. Скорее, российскую школу. Собственно, потому что мы-то говорим в первую очередь о школе с точки зрения государства, с точки зрения страны, с точки зрения Федерации Кубка России. Ну и вот уже, к слову сказать, Александр, извините, вас перебил. Полуфинальная стадия. Эдгар Колян, кто бы сомневался, что он здесь дойдет после того, что мы с вами наблюдали. Очень сильный оппонент. Хиаясу Такаюки. Двукратный чемпион Японии. Категория 230. И, конечно же, готов дать бой Коляну. Ставки здесь очень высокие. Легкие передвижения у обоих спортсменов. Опять Колян оставил много оппонентов в предыдущем поединке. Есть подхват, и он пытается реализовать свою преимущество, но похоже, еще не получается его. Ну что, а Колян сам будет бросать? Закрутились, буквально вот завязались морским узлом. Видно, что очень и тот, и другой. Очень хорошо готовы. Бойцы, во-первых, готовы, во-вторых, желание выиграть, вот оно только вот на титрах у нас не отображено. А это видно вот невооруженным взглядом. Последние полгода готовилась сборная Японии. Разные представители разных школ. Кто-то давали уроки японцам, кто-то давал акценты на ноги, кто-то в борьбе консультировал, кто-то консультировал на ударной технике руками, кто-то в комбинаторике. То есть, на самом деле, инструкторов ведущих сборной было очень много. И там делали огромные ставки на то, что сборная Японии в этот раз сможет противостоять россиянам. Матч-реванш практически, мы сейчас смотрим. Ну да. Хотя пока смотрится и не в пользу японских спортсменов. Ну, вы знаете, ко всему прочему, здесь Колян основной акцент в этом поединке, может быть, поставил на ударную технику. Видите, он не старается ни подышать. А видите, он прихватил правую руку под спиной своего оппонента и не фиксировал ее. Такая патовая ситуация, но, видимо, он решил сохранить силы для дальнейшего боя. Очень резкий старт может проводить Колян. Что-то готовит, что-то задумал. Доброе или нет? И два левых нападения. Да, стремительно, внезапно. Приглашаю. Иди сюда, давай биться. Что японец? А японец, похоже, заводится. Потому что выступатель не на мере. Хороший еще двойки провел Колян. Сразу бросок. Да, и тут же перевел соперника в партер. Опять он находится наверху, но японец очень грамотно, опять же, контролирует Коляна, пытается перевести его вниз, наносит удар левым боковым в голову. Такой, опять же, патовый вариант. Не Эдвин пока ничего не демонстрирует стремительного. И японец скорее больше отрабатывает программу, нежели пытается что-то сделать такое эдакое, что повлекло бы. Опять же, смотрите, вот он. Вылезает. Вышел, выходит. А нет, не получилось. Нет. Но с другой стороны, тут осталось. Ну, достойный соперник в борьбе. Да. Достойный соперник в борьбе. Осталось 18 секунд мы с вами наблюдали, но здесь крайне любопытно, как он отсюда продолжается. Вот это да, вы посмотрите только. Вот это да, Урмаваши. С разворота в голову. Красивейший удар. Просто, знаете, слов нет. Вот это удар. Вот это полуфинал. Вот так побеждать надо. Ну что, мы снимаем. Надо товарища уже чувство это приводить. Ну, там все нормально, надеюсь. Это слегка безумный взгляд. Ну, конечно, безумный. Такой удар пропустить. Ну, нет, вроде стоит на своих ногах без помощи медиков и тренеров. Это тоже, кстати, свидетельство бойцовского духа высокого. Посмотрим повторы. Бум. Ну, все. Вот это дело. Уронил, так уронил. Причем, обратите внимание, попал не пяткой, не костью. Попал голенью. Голенью.